Привет, друзья, подписчики мои, добро пожаловать на Battle Nexus. У нас третий тур, второй раунд. Ну что, 20 участников уже готовы, до двух очков играем, погнали. Первый бой, быстренько. Ace Dragon от... Ace Dragon от Takartomi против Doomsizer'а поломанного. Не повезло Doomsizer'у, я думаю, он пройдет подальше, но тем не менее. Играем до двух очков. Первый запускаю Ace Dragon'а, вторым запускаю Doomsizer'а. Как атаковал, вы видели, как атаковал Doomsizer, вообще красавчик. Без шансов против Ace Dragon'а. Я думаю, второй раунд то же самое произойдет. Подвисает у меня эта пускачка, уже надоело. Окей, окей, поехали дальше быстренько. 3, 2, 1, go, shoot! Взрывным финишем заканчивает Ace Dragon, проходит дальше. Окей, друзья, окей. Следующие два соперника. Оу, Ice Beast, чудес Спрайзен против Ревайва Фениксушки. Не повезло Спрайзену, не повезло. Первым запускаю Спрайзена. Ну и все, а теперь можно расслабиться, отдохнуть, подумать, взять перерывчик, потому что сейчас будет очень-очень долгая медленная битва. Мне главное не забыть, что первым я запускал Спрайзена. Арена очень непонятная, на самом деле. Арена очень плохая для АБФ. Ну, она хорошая, но в то же время плохая. Проигрывает. Чё за это Спрайзен? Я думаю, второй бой даже смысла устраивать нет, потому что я запускаю первым Феникса. И будь что будет. Возвращается на ринг. И да, это все у нас считалось. Если проиграет сейчас Феникс, то проиграет Феникс. 1-1 становится счет, Феникс вернулся, это было не выбивание с ринга, все было максимально честно. Погнали! Следующий раунд! Бейблейд! Гоняет по арене, чё за Спрайзен, компания СБ, неужели обыграет Феникса? Счет у нас пока 1-1. Сейчас все решится прямо сейчас на ваших глазах. Я держу арену, чтобы она не убегала от нас. О, вот так же можно лампу поднять, прикольно. Так... И проигрывает Чо Зе Спрайзен, ну понятно. Чо Зе Валькирия против Бастет Экскалибра. СБ против Такаратоми. Первый запускаю Валькирию. Оба Блейда атакующие, оба Блейда могут делать вот так. Столкновение, я даже не могу арену уловить, честно. Настолько быстро они вращаются. Валькирия была запущена первой и проигрывает. А у нас ничья, народ, у нас ничья. И это хорошо, это очень меня радует. 3, 2, 1, go shoot! Нет, друзья, было столкновение. Одно очко за Бастет Экскалибуром. Одно очко за ним. Отлично, Экскалибуром, молодец. Ой, у меня нога что-то потянулась. 3, 2, 1, go, go, shoot. У меня аж пуст. Нет. Нет, надо было атакующих этих блейдов тестить на... Блин. Тестить на, короче, белой арене. Не на этой арене, точно. Вот, но такой рандом, бог рандома. Погнали, 1-0 в пользу Бастет Экскалибура. Все, проигрывает Валькирия, надоело. Она мне, Бастет Экскалибур отправляется дальше, Валькирия отправляется домой. Окей, что у меня сегодня с камерой. Играем дальше, Ахиллес против Крэш Рагнарёка. Погнали, народ. Бейблейд. Вау, мощнейший, мощнейший. Бой. Проигрывает Ахиллес. И следующий раунд. Быстренько, быстренько, быстренько. 1-0, 1-0. Погнали. Очень, очень опасно. Ахиллес, он прям очень сильно бьет по соперникам. Что же будет? Что же будет? Счет становится 1-1. После, в конце выкидывает уже Ахиллес. Но это не считалось. Играем дальше, быстренько. Запускаем первым Ахиллеса. Бейблей. Слушайте, вот этот Ахиллес показывает себя очень достойно против крышек Таур от компании Такаратоми. Молодец он. Ой, опасная ситуация, опасный момент для обоих соперников. Выбивание с ринга, Ахиллес проходит дальше, а Рактаур отправляется домой. Дальше играем. Чудо Ахиллес против Рактаурчика первого. Интересный бой. Погнали. Ахиллес первым запускаем. Ускорение проводит Ахиллес. Удивительно, но проигрывает Ахиллес. Я в шоке с этого Кербеуса, молодец.
Хорошо, следующий раунд. Кирбион. Ой, это да, будет запускаться первым. Погнали. Бейблейд. Упал. Гаст. И Ахиллес остановился раньше, поэтому он отправляется домой, а Кирбиус идет дальше. И последний сегодня раунд. Сюрприз Рекем от СБ против Кирбиуса от No Name Корпорации. Компании. No Name Company Кирбиусус. Он запускает с первым. Поехали. Бейбл. Вау! Опасный, опасный. Сприган вырывается из ловушки. Опасно, опасно, опасно. Ребятки, здесь смотрите, что происходит, что происходит. Нападает Кирбиус. И проигрывает Кирбиус Спрайзу, но поставим-ка мы, пожалуй, Спрайзу на режим защитки. Оп, готово. И запускаем еще разочек. Пускалка подвисает. 1-0 в пользу Спрайзена. Прям так нормально бьет Кирбиуса. Ой, 2-1-1 в пользу Спрайзена. Ой, 1-1 в пользу Кирбиуса. Поставлю-ка я теперь обратно Спрайзену защиту. Ой, это атаку. И запущу Кирбиуса первым. Опасно, опасно, опасно. Арена. Это арене нет кому. Никто не прощает никому ошибок. Абсолютный рандом. Абсолютный межгалактический кроссовер Battle Nexus. 4-й сезон. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Сприган проигрывает, я так и думал. Всем удачи, всем пока-пока, скоро будут ролики, подпишись на канал, поставь лайк, все, всем пока-пока-пока, до свидания, пока, наверное, пока, подпишись, пока, все, пока, давай.